I'm alive. Всем привет. Вовока спрятался с кокосиком. Вкусный тебе? Никому не дашь? Дай мне попить, Вова. Даст, ну, конечно, даст. Сначала все выпьет, потом даст. А маме? Вкусняк. Боже, какой он вкусный. Тетрапаки вообще не то все равно, да? Ну да, там другой кокос же делается, не тот. Не такой сладкий. Набрала зелени сегодня. Буду сейчас все мыть оптом. И вот еще капусту делать. Сегодня сделать азиатскую лапшу, ну, типа, еда. С овощами. Азиатская Сабель. Еда. Сабель припозднился сегодня, только на работу идет. Так, что там еще тебе положить? Возьми кокоса. Бананы, кокосы, бананы. У меня здесь капуста, бокчой, кажется, называется. Я ее чуть-чуть сейчас пропарю, буквально. Газ включила. Она обмякнет и буду... готовить. Сейчас все овощи также. Вот у меня здесь полугорький перец. Все, что есть в холодильнике, все, что сегодня купила. Я добавила еще капусты. Открыла крышку. Так безумно пахнет. Тушеная капусточка. Захотелось прям ее много, много, бесконечно. Вот еще перчик нажарила. У меня есть тофу. Тофу, где мой тофу любимый? Который я просто обожаю. Делаю салатик, очень тороплюсь. Сейчас с улицы придут дети. Пора им на тренировку, Вове спать. Надо все успеть. Баклажанчики чуть-чуть тушатся. Воду поставила на макарошки. Вот у меня частично готово. Все, в принципе. Сейчас тоже чуть-чуть поджарю морковку, чтобы были разные красивые цвета. И брокколи у меня там будет. Все-все. И даже цветная капуста. Ну, она уже полуготова. Я ее чуть-чуть поджарю тоже. Все-таки порезала палец этой дурацкой теркой. Блин. Ой, мне ж дурно. Написано на пачке варить 3-5 минут. Я варила меньше минуты. Закипело и все. Они такие мягкие, тонкие. Добавляю кунжутное масло, чтобы не слиплись. Я сейчас случайно попробовала чуть-чуть. Блин, они такие вкусные. Их, короче, можно голиком кушать. Так выглядит кухня после готовки. Мы уже тут с Вовкой едим вкуснятину. Вот я тофу чуть-чуть поджарила. Палец, блин, болит. Знаете, аж плохо себя чувствую, мне кажется, из-за этого. Прям как будто дурно мне. Вовка ест с удовольствием. На диванчике. Потому что стол занят, тоже надо убирать. Оставила пацанов на тренировке, так как сейчас H&M не принимает вторсырье. Я вот думала, куда бы сдавать вещи. Нашла вот такой благотворительный магазин Тепло Чарти. Он находится почти что во всех торговых центрах, куда можно сдать вещи. У меня вот целый пакет. Здесь и детские, и взрослые полотенца, и одеяло даже есть. Так что... все чистое. Не скажу, что новое, но носить можно. Опа. Вот так вот делается. Классно. Есть вот такая милашечная сумочка. Классная, мне нравится. Блин, у меня сумма упала. Сколько такая белая сумочка? Такая есть. И вот это тоже прелесть. Даже подарить кому-то можно, смотрите, из старых джинсов сделано. Вот есть. И вот такая джинсовая сколько стоит? Джинсовая сумка 500. Вот такая 500? Да. Тенге? Да-да-да. Интересно. Это наша инвалидная организация. Они самые... А-а-а. Короче, надо сменить вот эту вот на обычную такую сумму. А вон та сколько? 600. 600 тенге? Офигеть. Блин. Короче,
давайте возьму. Вот это белое. Да, я вижу, да, вот это возьму. Вот это, да? И вот такую еще дайте гляну. Можно даже подарить кому-то. Сюда пойдем. Клима, раз. Два. Клим тоже, кстати, сюда, говорю, пойдем. Клим. Ну. Все, вы можете приготовиться. Ты что, без страховки ходишь? Да. Ничего себе. Страховка. А ты наверху уже ходил? Да, я с бабулей был. Молодец. Представляете, Клим прошел через вот этот самый опасный ряд. Климасик, ты что, по ниточке по одной идешь? Понятно. И Вовка приготовил слайм. Ну давай неси, неси слайм. Нет, это чужое уже, все нельзя трогать. Супер. Мы так долго гуляли, что в темноту едем домой, ждем автобус наш. Говори. Вот. Когда я катался, интересные приключения у нас. Вот так, туда, туда. Клим, а ты переживал, что полный автобус будет? Нормально? Вот надо подольше быть в Меге. Подожди, Вовка. Я знаю, что ты пошли. Мама, мне слайм. По всему лицу. Реально? Да. Как будто козявки. Зеленый. Вон, иди к пацанам садись. Возьмите его с собой. По-моему, у нас нет уже места. Придется вам уступить. Давай, давай, быстрей. Адам, помоги. Большая коляска. Что там у тебя, Вовка? Тихо, тихо, смотри, он не упал. Не толкай его. Не надо. Тихо! Сейчас к нам друзья придут. Я срочно готовлю такой новенький салат. Здесь много зелени, сплошная зелень. Такой бальзамический уксус. Здесь надо все специально делать перчатку, потому что у меня еще и палец раненый. Сейчас буду все это мешать. Тороплюсь, поэтому мало снимаю. Добавила фиолетовый лук, зелень, помидоры, чуть огурцов и поджаренный тофу со специями. Нам тут вот в очередной раз приехали такие вот капсулы, отравы для муравьев или против муравьев, не знаю. В общем, мы вот такую вот взяли, уже одну разрезали. Ну, блин, не хватает, это отрава. Папа, там для разных муравьев? Нет, это именно для домашних муравьев. Спасибо подписчикам, подсказали, где купить. Мы заказали сразу же. Да? Ты что там сидишь? Вот сюда вот, в общем, насыпали, где их часто замечаем, на ключницу. И, в общем, когда я поставил сюда ее, вот она ловушка такая, в виде муравья большого с приманкой. Вот здесь полз муравей. Когда я сыпал сюда, я посыпал, он такой ползет, ползет, ползет. Опа! И прям на задние лапы встал. И такой чувствует... Потом вот так вот догадался, как туда залезть, через проволоку залез и давай громкать его, быстро-быстро. Папа, на ручки. На ручки хочешь? Да. Давай. Вот. Только не трогайте туда, ничего не трогайте. Ага. Смотри, там он уже умер. Нет. Или он еще он пришел? Он еще пришел. А вон он, кстати, да, еще пришел за добавкой. Вон, видишь? Или это другой уже позвал? Да. Ну, в общем, они эту приманку максимально быстро начали есть, еще и даже не боятся ничего. Да, Вова? Вот там. И вот там тоже. Не надо, Клим, не проси. Аккуратно. Ну, он же ест муравьишка. Бесстрашный какой, а? Вот так вот. Ты уже пошел автоматы лазить. Да? Нет. Да. Нет. Спасибо, скажи за наводку на таких, на такую приманку. Надеюсь, нам поможет. Мы взяли для всех, и для соседей, и для
Сверху для снизу соседей, чтобы раскидать, чтобы, ну, локализовать обширно их. Да? Устранить. Да. Вот так. Да. Как получим какой-нибудь результат, поделимся с вами обязательно. Реально, это наша уже последняя надежда. Так, ты почему нож трогаешь, а? Там. О, Вова! Тяма-потяма. Вова, не трогай ничего. Зачем ты трогаешь эту банку? Отойди. Отойти надо мне. Отойди. Давай отойдем. Вова тут давай. Шоу показывает. Вау! Шоумен Владимир. Еще раз. Один, два, два, четыре, пять. Опа! Вау! Я решил тут ночью проверить, как дела с нашей приманкой. И вот это вот, здесь, которая находится, сработала. Смотрите, сколько их. Вон целое полчище идет. Идет, он туда заходит, заносит, так сказать. Кошмар. И это при условии, что мы недавно все протравливали. Будем надеяться. Спасибо вам еще раз. Они прям тащут.